Роскачество предложило россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука или мобильного телефона, чтобы не стать жертвами киберпреступников. Как рассказали в ведомстве, гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация, мониторинг звука или видео, а эти могут воспользоваться злоумышленники. Вынуждены констатировать, что действительно заклейка камеры и микрофона уже не паранойя, а одно из правил цифровой гигиены. Это как закон, который необходимо соблюдать. В Роскачестве говорят, сейчас, чтобы не стать жертвой киберпреступника, мало установленного антивируса. Хакеры могут услышать вас или увидеть. Оказавшись на компьютере или смартфоне, программа «Шпион» способна перехватывать нажатие клавиш, активировать микрофон или камеру. Поэтому, если есть возможность избежать неприятностей легким способом, как заклейка, то лучше им воспользоваться. Как пояснили в государственном ведомстве, все, что нужно, это кусок изоленты. Что касается смартфонов, большинство программ собирают данные о пользователях, чтобы в дальнейшем адресно рекламировать продукты. Шпионить за пользователями могут вполне безобидные на первый взгляд приложения, например, фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям и контактам.